Управляющая компания «Спецсервис контролем» совместно с Управлением коммунального хозяйства по поручению администрации муниципального образования город Хасавюрт прибыли по адресу Батырмурзаева, дом 3, так как поступали неоднократные жалобы на отсутствие тепла в домах из-за нарушения циркуляции воды в отопительных системах. Работники коммунальных служб при проверке подвальных помещений обнаружили загрязнение яловыми отложениями. Необходимо очистить внутриквартирные обогревательные радиаторы, избавить от ила под мощным давлением воды. По словам главного специалиста Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, по желанию жильцов ими будет предоставлена возможность очистить отопительные трубы во всех квартирах данного жилого дома. Назначена проверка по рассвежденному приказу, да, о проверке вот, значит, состояния вот этого дома. Ну, в ходе проверки мы выяснили, что первые, вторые подъезды у нас, значит, здесь отапливается, циркуляция работает, значит, в штатном режиме. А вот третий, четвертый подъезд при измерении, значит, температуры, значит, здесь она не соответствует нормативному. В свою очередь, директор управляющей компании «Спецсервис контролем» Магомед Тажудинов объясняет проблемную ситуацию тем, что жителями многоэтажных домов проводили беседы, в процессе которого в одной из квартир наглядно продемонстрировали, в каком состоянии находится отопительная система в многоквартирных домах. Отсутствие проходимости и циркуляции воды в отопительных трубах является главной проблемой, которой по мере возможности данная управляющая компания будет заниматься устранением возникших проблем по улице Батырмурзаева. Тоже труба, которая проходила на батарею. Посмотри внутри. Ну как отсюда в нужном объеме пройдет вода? Вот они говорили, у нас нормальная труба, у нас она не гнилая, ну да, фактически крашеная краска, вот красного цвета, белого цвета. Порезали ее, после этого поставили новую трубу, новую батарейку, после чего что стало функционировать нормально. Управляющая компания в целях информирования жителей дома по улице Батырмурзаева, 3, развесили листовки с содержанием о том, что отопительная система данного жилого дома нуждается в очистке от иловых отложений, что служит плохой отапливаемости и циркуляции воды. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».